Анабиоз. Анабиоз от греческого оживления, возвращения к жизни. Состояние организма, при котором жизненные процессы, обмен веществ и другое, настолько замедлены, что отсутствуют все видимые проявления жизни. Анабиоз наблюдается при резком ухудшении условий существования. Это низкая температура, отсутствие влаги и другое. При наступлении благоприятных условий происходит восстановление нормального уровня жизненных процессов. Наиболее стойкие к высушиванию, охлаждению, нагреванию спорообразующие бактерии, грибы простейшие. У многоклеточных организмов угнетение жизнедеятельности и ее почти полная остановка вошли в нормальный цикл развития. Животные, впадающие в стадию анабиоза, могут терять 1/2 или даже 3/4 заключенной в их тканях воды. Анабиоз по сравнению с оцепенением и спячкой сопровождается более глубоким подавлением жизнедеятельности.